Девочка, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Ромашка. Ромашка, а кто тебя так назвал? Папа или мама? Меня так назвала бабушка. Бабушка? Давайте поприветствуем Ромашку и ее бабушку. Они исполнят песню «Старинные часы». Старинные часы еще идут. Старинные часы свидетелей судей. Когда ты в дом входил, они слагали гимны, звоня тебе во все колокола. Когда ты не сумел меня понять, я думала, замрут все звуки во вселенной. Но шли мои часы торжественно, печально, я слышала их поминальный звон. Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь. Пусть не глядна ночь и одинок мой дом, еще идут старинные часы. Жизнь невозможно повернуть назад. Внимание, караул, приготовились к сдаче. Сдача. Выстраиваемся в шеренгу, спиной к стене, личные вещи перед собой. Быстро! Один. Два. Три. Четыре. Сдачу окончил. Сдача окончена. А тебе еще Серегу-то подарим. Все. Меня забыли. Пятая пошла. С удовольствием, руку не подадите. Стоять! Заключенная. Заключенная Стар Мария Борисовна, 1978 года рождения. Статья 107, часть 1, срок 3 года. Встать в строй. Я не могу без посторонней помощи. Стар в переводе с английского «звезда». Ты чё, англичанка? Встать, сказала! Встать! Бегом! Бегом, встала, я сказала, бегом! Встать! Оборзевшая, дура. Ты чё, нервная такая, а? Мужик не дает или с работы не отпускает. Да она инвалид. Ромаш, она правда инвалид. И чё теперь? Подними её! Встать, строй! Алевтина Петровна, вы зря не втащили. Она и есть эта склонная к побегам. Говорит Иваныч. Ну что ж, говорится, приближается торжественный момент вручения подарка. Да. Но перед тем, как тебе его вручить, хочу тебе сказать, точнее спросить, ты... Пить будешь? Я хотел пошутить. Пошутил, давай, пошутил. Ладно. В общем, Алевтина, все у тебя есть. Вот у тебя есть Серега, муж, работает, деньги зарабатывает. И мы его без работы не оставим. Да? Только что обсуждали заказ новый. Вот. Дочка, умница. Он умудрилась в зону мобильник притаранить. Тебе, Шурк,
не певицей быть, а адвокатом. Да. Ну, друзья в нашем лице. Вера Сергеевна, подруга верная. Вот. Ну и ты какую карьеру сделала, Алевтина? Старший инспектор, выше только я. Иваныч, ну слушай, ну у тебя день рождения, давай. Ну да. Вот. А дальше что? 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 Пенсия. Вот, ну, хватит, что ли, ну, давай. А красное лицо, мам. Нет, ну 40 это. Вот. Ну и чем ты будешь заниматься на пенсии, ты думала? Не думала пока. А мы подумали за тебя. И поэтому, давай, Иваныч, давай. Давай, Вера Сергеевна, и поэтому от нашего дружного коллектива. Ну, от семьи тоже. Ну, все. Семья, что не мы... коллектив, от нашего дружного семейного коллектива. А давайте это. Иди сюда, давай, Серега. Давай, видео. Это видео? Давай. Ромаш, с днем рождения! Мы любим тебя. И поэтому мы решили подарить... Подарить тебе. Давай сюда, Шур, давай. Спасибо большое. Давай, папе, сейчас споешь нам. Нет, готовься. Погоди. Я не могу, мне как минимум выпить надо тогда. Ну, налей. Да. Дежурство, Иван, сейчас остановись, правда. Так. Я разрешаю. Налей. Ну, кончай, что ты, режимное предприятие. Все, я отменяю режим. Так, вот мне, вот Шура споет сейчас. Мам, это... Шур, тебе подарили, ты пой. Ну, что я должна петь? Сейчас эти будут прослушивания, у тебя будет как тренировка дополнительная. Ну, давай, мам, Шура. Слушай, я тебя умоляю, что ты ко мне пристала, а? Не хочу я петь. Вообще не буду поступать, если... Что ты говоришь, ты же всегда хотела, всегда. Не хотела я поступать, ты хочешь. Сереж, скажи, так, ну что мы тут репетиторов нанимаем? Сереж, скажи, пусть споет, она вот споет. С вами не выпьешь. Че ты ломаешься, как девка-то? Сделай людям приятно. Все-таки видишь, что старались, подарок тебе выбирали. Ты что ли старался? Или ты подарок выбирал? Ты даже сегодня с утра не вспомнил. Хорошее лицо, пап. А я работал. Или тебя что-то не устраивает? Когда ты уходил, такой чужой, амуры на часах сломали лук и стрелы, часы остановить тогда я не сумела, как не смогла остановить. Ты на горло иногда садишься, но в целом...
Почему не в бараке? Я туда и направлялась, а тут такой концерт. Не могла пропустить, профессиональная. Сюда встала. Быстро встать сюда! Руки! Руки за спину! Слушай, у меня консерваторское образование. Я тебе могу правильно дыхание поставить. Сейчас ты шизов сам себе поставишь. Да ради бога. Ладно, все знают, какие-то таланты пропадают. Да тебе на телевидение надо. Ты там всех разделаешь, подарил. Это что за беспредел? Что это такое? Она в лазарете вышла. Рот закрыл! Быстро! Завтра объясните мне на стол. Это в отряд. Вы хотели сказать в шизу. Я все сказала! Бегом исполнять! Есть. Пошла! Что случилось-то, а? Подсказал срочно. А злой очень. Дочка из школы позвонила, говорит, весь класс тетю Алю по компьютеру лайкает. Говорится, лукает, как они там, звезда. Может, просто не поймут, на какой зоне? Мало ли зон. Ты заголовок прочитай, никакой проверки не надо, сейчас понаедут. Иваныч, я знаю, кто это сделал. Стоять! Кто это, не важно. Сейчас не имеет значения. На видео вопиющий факт халатности и беспредела. Садись, пиши. По невыполнению контракта. Ты что, Иваныч, мы же вместе пили. Пили вместе, пела ты одна. Я не понял. Меня почему-то на видике нету. Полвечера ее упрашивали. Монсеррат Камалье. Нет ее. Нет, я не знаю. Не видел. Ну, как тебя так угораздило-то, Аля? Ну, как вот мы сейчас с мужиками, как я... Меня же засмеют, пальцами все затыкают. Ну, если ты хочешь выступать, ну, иди в цирк клоуном. Чего тебе? Мы-то тут при чем? Я, Шурка. Прости, Шурка, прости. Я не знаю, как так случилось. Я просто не пойму, как... Ничего за мной, все что-то навалилось им. Они с тобой подцапались, ты гребаная пенсия еще. Ой. Одно только радует, как нормальная баба будешь сидеть дома борщи готовить, а не палкой махать. Он что, не говорил там про квартиру, что съезжать или? Нет, ничего не говорю. Правильно, потому что бздит. А если еще с пенсией прокатить, я ему такое устрою. Ему же любая проверка, все, сядет. Где новый блок, на который 2 года назад были выделены деньги? А он себе такую домину отгрохал. Ползоны он с телефоном ходит, как дома. Не, мам, ну это просто драмбалет какой-то, смотри. Перестань, Шура. Ну перестань, правда, перестань. Нет, а что, 500 у тебя тысяч просмотров. Смотри, что про тебя пишут. Ты вместо того, чтобы хер всякую смотреть, лучше к экзаменам готовилась. Мать раньше тебя певицей станет. И чё? Ничего. Её уже так с молодой Пугачёвой сравнивают. Ой, ответь, Шура, я не могу больше на ответь. Ну, вас, парень. Алло, да. Тебя. Иваныча. Бред какой-то. Алло. Так ты же сказал. Пишем. Браво! До слез! Вот кому надо на эстраду. Молодая Алла Пугачева. Смешно, трогательно, искренне. Это еще не полный список восторженных комментариев на ролик, буквально взорвавший интернет-пространство в последние 2 дня. Более 1 000 000 просмотров. Вы только можете себе представить. Загадочная апрельская дива. Кто она? Наша съемочная группа не смогла устоять перед искушением и провести собственное расследование. И вот мы здесь. Познакомьтесь, Алевтина Романовна. Здравствуйте, Алевтина. Так мы виделись с вами же. Вы, наверное, хотите поздороваться с нашими телезрителями. Здрасте.
расскажите, пожалуйста, немного о себе. Вы работаете надсмотрщицей в женской колонии, да? И старший инспектор. Тем более, почему такой странный выбор профессии? Вы же женщина. Ну, тут все служат, и все. Вот Вера Иванович. Иван еще с моими родителями служил. Ну, он тогда, конечно, молодой был. Вы знаете, очень много комментариев по поводу профессионального уровня вашего вокала. Скажите, пожалуйста, вы где-то учились петь? Нет, ну, у нас нет музыкалки, она только в райцентре у нас. То есть вы самородок? Почему? Нет, со мной бабушка занималась, просто бабушка померла, а она преподавала в Ленинграде до войны сольфеджио, а потом уже с дедом. Но вы любите петь. Очень. Ну, в смысле, да, конечно, да. Мы знаем, что на днях вы отпразднуете юбилей, но, во-первых, мы вас от всей души поздравляем. А во-вторых, биологически доказано, что в вашем возрасте у человека происходят изменения не только на физическом уровне, но и на психологическом. Люди бросают высокооплачиваемую работу и улетают в жаркие страны, меняют род деятельности и иногда даже пол. У вас не было подобных мыслей? Я имею в виду, не хотите ли вы последовать вашим поклонникам и заняться сольным творчеством? Нет. У вас же есть, фигу, кажется... Фигу какую-то несет, но из Москвы приехал. И дочь? А расскажите нам о них. Чем они занимаются? У меня муж Сережа. Он плотник. Он ездит по заказам, у него много заказов. Вот у них с Ивановичем там какие-то дела. Хорошо, спасибо. А дочь? Шура. Шурка, она учится на певицу, будет поступать. Вот, может, вот давайте, вот коммунарную эстраду. Давайте мы сейчас с вами поедем, зайдем в сельпот, там возьмем какие-нибудь, что-нибудь к чаю там это и домой ко мне. Она просто тащится от вас. Просто. Ой, спасибо большое. Да. Поедете к нам? Конечно. Ну, давайте. Да иди, иди. Нет. Это. Ну, мы хотели сказать, что... Ну, вот ну правда, говорите. Она у нас талант. Ну, так просто получалось иногда, что... Ну, вот сидим как-то там, день милиции или еще что-то, понимаете. И вот как-то она вот поет и... Ну, это ладно, не надо. Я закрыла, я забыла все это. Уже не важно, только чуть-чуть разболелась где-то там. В области сердца эта линия покрыта золотом, прошита красным нигде, никто, ничем, никак. Не хочу теряться в сам-сам сомнениях, выбирать один из ста вариантов. Все они прекрасны без исключения, лучшие друзья. И чё? Шур, давай, там самое интересное, самое... Ну... Мам, ну самое пой, зачем ты меня вообще просила? Шур. Все приехали, ты и пой. Шур, да просто стесняется, она прекрасно поет. Шур, спой. Мам, я тебя очень... Что за шума, драки нет? Здорово, Сереж, у нас гости. А мне бабки внизу говорят, к вам в гости дом 2 приехал. Я уже думал, на старости лет сбрендили. Вот, знакомьтесь. А нет, действительно. Здрасте. Здравствуйте. Сергей. Ольга, очень приятно. Это Эдик. Здравствуйте. Можно я в холодильник, а? У меня суп на плите будешь? Конечно, буду. Я голодный, как зверь. Так а что это? Ты предложи гостям поесть, да? Да вот мы да чаёк тут. Чай, вот, да. Все хорошо, не переживайте. А? А вам, наверное, нужно объяснить все, что здесь происходит. А, кстати, хорошо, что вы пришли, мы и ваши комментарии подснимем. Мы приехали специально из Москвы, чтобы снять сюжет про вашу жену. Обычно в таких случаях используется местная телекомпания, но... Ставишь, прихожу на работу. Все собрались. А Иванович даже не предупредил, я даже понять не имею. Большой сюрприз. Ложку-то дай мне. Алевтина, я как ведущая нового музыкального шоу «Зажги»... Слушай, а хлеба есть? Дай мне. Да, сейчас. Идущего на нашем канале имею честь от лица нашего генерального продюсера, который просто восхищен вашим талантом, пригласить вас принять участие в нашем шоу. Блин, мама, это ж круто! Ну, вы, конечно, опоздали уже на прослушивание, но это не важно. Мы готовы вас взять сразу на первый тур, который пройдет в Москве. Thank you.
Кристина. Мы вас зовем петь. Чем бы это у нас сметану брать? Сметанка, дай. Подождите. Так вы согласны? Простите, пожалуйста. Просто, ну, все как-то так неожиданно испекать. Ничего страшного. Знали, как нормально. Я бы что-то испекла, а так получилось, ой, конечно. Ой, простите, пожалуйста. Подавайте, извините. Простите, пожалуйста. Мам, а можно селфи, да? Ну, давайте. Спасибо. Правда, простите, всё. Просто неудобно. Спасибо. Кстати, забыла сказать. На прослушивании все конкурсанты исполняли оперную арию. Поэтому было бы неплохо, если бы исполнили что-нибудь листовки, например. Нет, я просто... Здесь все мои контакты. Поэтому, если решите, звоните в любое время. До свидания. До свидания. Здравия желаю. Потише. Чё встала здесь? Пошла вон. Вон, пошла, говорю, бегу. Бегу, бегу. Начальница, автограф не оставишь? Нашлась. Какой дом себе ваш главный отстроил? Рот закрой. Сюда встала. Про тоску очень знаешь. А то. Кругом одна сплошная тоска. Один веселый человек, ты. Я про оперу тебя спрашиваю. Тоску, что ли? Ну, допустим. Изобразить сможешь? Зачем? Инструмент нужен просто. Это что за театр детской скорби? Стой здесь. Что, спектакль играете, что ли? Не надо здесь ничего трогать. Ладно, ладно. Давай. И зачем тебе тоска? Осужденная, я не поняла. Да все ты поняла. Если у меня спрашиваешь, значит, ни у кого больше спросить не можешь. Или боишься, или стесняешься. Рот закрой! Или рассказываешь мне, зачем тебе тоска, или ведешь меня обратно в барак. Понятно? У каждого человека есть право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Чего? В Декларации независимости Америки сказано, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Мы не в Америке, давай. Что значит он против, а?
Это что, ему предлагают, что ли? Ты чего боишься? Поговорила? Играй. Я ее давно играла на экзамене в консерватории. Зачем? Ты что, послушать хотела? Послушала. А теперь мне в барак. Подъем скоро.
что, хорошо? Отлично. Молодец! Так а что, куда ты пошла? Давай дальше. Все нормально. Закончено на сегодня занятие, все. А что такое-то? Че? Че, охренела, что совсем? Поешь, как баба! Надежда Кадышева, блин! Ансамбль «Золотое кольцо»! Че, охренела, что совсем? Это ария женщины, из-за которой мужики погибали! Это Италия! Это страсть! Порода! У вас все нормально? У нас все нормально! Не, ну просто вас на улице слышно. Ничего страшного! А ты всегда так ходишь? Нет. Да? Нет. Да. Не наденешь, заниматься не буду. Женщину будем делать из тебя. Идем от внешнего к внутреннему. Как там Говороди говорил? Для того, чтобы петь оперу, нужно украсть сердце публики. А сердце сегодняшней публики одним вокалом трудно украсть. Сколько там до первого тура? 2 недели. Ромас, извини. Так, спокойно. Распускай, распускай ей волосы. Какой размер обуви у тебя? У нее 38-й. Спину выпрями, грудь вперед, что ты как каменный стоишь, расслабься. А у тебя какой размер? 41-й. Ну, можно ваточки напихать. Ладно, пока так сойдет. У мужа отпрашиваться будешь? Платье надень, быстрее отпустит. Работаем. Ты прям как Пугачев. Ну, может, и успеем. Давай, жги. Ты уж извини, Алифтин, с выходного дернул. Сама, говорится, понимаешь. Комиссии мне, как говорится, не хватает. Уроды. Ты давай заступай, я с этим управлением съезжу. 9:20. За хромой смотри. Начальник, ты с нами поговори, а ты у нас спроси.
Вы же видели, все, мы здесь все время были. С нами поговорим. Осужденная! Вы... Че вы молчите, а? Ну че молчишь, как овца? Че молчите? Осужденная! Вы же видели, все, убери ты со мной ее. Поговори, начальник. Как по инструкции. Пошла вперед! Быстро! Он воздух-то только во второй раз выстрелил. Для гильзы. А первый раз прям сразу в нее без предупреждения. Как она побежала. А она побежала. Вот, потом мы скорую вызвали, она побежала, чтобы потому что не дала, вернее, помощь. Дала ему по роже. Он же садит, начальник. Его судить надо. Круто, круто. Че творишь, а? Ты че творишь? Тебе больше всех надо, что ли? А? Или ты не знаешь, чей он родственник? Через 2 недели будет здесь. Жизнь тебе не даст. Валяю твои дальше, Иваныча, все равно не уйдут. И что ты предлагаешь? Предлагать тебе будут в магазине. Я тебе совет хороший даю. Мотай срок по-тихому. Он как подружки твои, поняла? Все будет хорошо. Я так не могу. Научишься, значит. Если жить захочешь, научишься. Ему же тоже здесь не все нравится. Ничего, терплю. А я не ты. Да что ты? Правда. А что ты собралась делать тогда? Бежать, может? На культяпки-то свои побежишь? Хочу посмотреть, как. Да ты что решила? Что я тебя защищать всегда буду? Может, мы подружки с тобой? Мне нужно УДО. Еще что нужно? Мне нужно условно-досрочное освобождение, и ты мне его организуешь. Или наше занятие окончено? А чем мы ночью-то опять репетируем? Для УДО же вроде поведение должно быть идеальным, мы режим нарушаем. Чтоб другие не возбухали. К чему к некоторым особые отношения? Ну, вы идете или нет? Сама-то ты что думаешь? Не знаю. Не знаю. Я когда тебя первый раз услышала, да, технически это было неправильно, но ты пела о чем-то своем, о больном. Отсюда все эти лайки, это шоу. Знаешь, сколько шлака каждый день в сеть сливается, а выбрали тебя. А теперь пустота. Вроде все правильно, а ни о чем. Флория Тоска? Женщина, чуварю, ты поешь? Имела выбор. Или жить в несвободе, или умереть. Она выбрала второе, потому что это другое качество жизни. Духа! Ты думаешь, почему я петь перестала? Потому что мужа своего убила. А мужа почему убила? Они мне документы тут будут подделывать. Конспирацию развели. Конспираторы хреновы. Ну, может, прости, я ему сказал, думал, поймет, а видишь, как получилось. Молча. Как лучше. Это в ШИЗО. Ну, погоди, Иваныч, я... Она не виноватая. Я объясню сейчас. Молча. Все. Объяснишь, объяснишь. Сейчас все объяснишь. Звони. Сереж, ночью уже поздно. Ничего страшного. Ты нас всех вон на уши поставила. Пускай просыпаются тоже. Пожалуйста, пожмите меня, прошу тебя. Пожалуйста, пожалуйста, прошу тебя. Хочешь петь и жопой крутить? Без меня? Подходит. СМС-ку пишет. Ты заходишь.
Мам, слышь, про тебя передачу сегодня показывать будут. Сможешь ли ты зажечь свой огонь? Давай, давай! Давай, 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 давай. Тебя я могу сказать. Бабочки, смотри, ты наша, да? Чего я хочу? Ну, чтобы она любила, что ли, себя побольше. Чтобы все знали. Около миллиона просмотров в интернете и комменты подобного рода. Браво! До слез. Вот, вот кому надо на эстраду. Молодая Алла Пугачева. Мы пригласили Алевтину Романову принять участие в нашем музыкальном шоу. И она дала свое согласие. Но сегодня ночью мы получили от нее смс с таким содержанием. Извините, приехать не смогу. Романова Алла. Сыкло. Опеньки. Что ты сейчас сказала? Я сказала, что ты сыкло. Встать! Встать. Я сказала, Ирина, встать, твою мать! Ирина, сама задним понятием! Закрыли! Все! Закрыли свои рты! Сявка! Ты мне поржешь сейчас еще! Каждая сейчас пойдет в ШИЗО, поняли? А, из бабоньки, я там была, на всех места не хватит. Ты заткнешься или нет? Я не знаю, что с тобой сделаю. Эй! Ну что? Что? Что ты сделал? Не инвалидом ты сейчас сделаю, ты поняла? Бабоньки, слышали? Закрыли рты все! Быстро! Да я и так инвалид, понятно? Пошла! Пошла! Первый отряд! Сюда! Быстро наряд! Пошли! Пошли! Быстро! Чё замерли, как говны? Бегом! Быстро! Бегом! Пошла! Да что ж ты за сука такая, а? Ты ж просто сука. Мы с тобой не договорили тогда. Нас прервали. Так вот, мой муж... Мой муж покойный. Не верил мне. Говорил, что я больше никогда не буду ходить и петь. А я, как видишь, хожу. И выйду отсюда и петь буду. А ты так и останешься здесь, в тюряге в этой. Навсегда, поняла?
Эту? О, привет, мам. А что, звезды теперь у нас не здороваются? Мам. А это тебе зачем? Ты что, уезжаешь, что ли? А куда ты собралась, мам? В Москву, Шур. В Москву. На поиски лучшей жизни. Да подожди ты. Мы же ее не устраиваем. Сереж, я хотела... Ай, я тебя прошу. Давай вот сейчас только вот без соплей. Ты уже мое мнение знаешь. Мы с тобой все оговорили без меня. Вот именно без тебя. Если тебя что-то не устраивает, то сваливаешь ты. Потому что это моя служебная квартира. Понятно? Хорошее лицо, пап. Оксана, одну секунду. Вы давайте, вы поезжайте, мы за вами. Давайте, осторожно, аккуратненько. Ножки, ножки, ножки. Давай, я потом сам узнаю. Что случилось-то? Кто это? Комиссия, мать. Проблемы тут с твоей подругой. Какой? Какой? С хромой. С утра. О, выходим грузиться. А их мимо как раз. Этих ведут. Я не знаю, как она тут рядом оказалась. Никто даже не среагировал, не успел. Ну, когда уж потом начала она. Убийцы, все вранье. Я видела, тут уж поздно было. Он сядет, я сяду следом. Сразу паровозом. Ты не забыла, чей он племянник? Не забыла. Мне вчера напомнили, объяснили, все популярно. Ну, тогда, может, комиссии денег дать, чтобы она это дело закрыла? Да денег она не возьмет. Я же тебе объяснял. Секретаршей она была в управлении. Она нам в баню фрукты носила, блин. И братик у нее такой же принеси-подай был. Никто не знал, что он с будущим губернатором в одном классе учился. Теперь генерал. Ты долго там? Делается. Аленсана Сысоева. В общем, ей меня уделать? Это вопрос принципа. Так что надежда одна на тебя. Давай, поговори с хромой. Пускай забирает показания. А почему я должна говорить? Паша, долго еще? Готово. А почему я должен тебе вот это подписывать? Почему я должен с тобой квартиру оставлять? А? Еще никто не знает, что у тебя там. Как у тебя в Москве сложится? И где Шурка должна жить? Какая гнида, ты, Иваныч. Просто гнида. Что? Ну, поговорю я с хромой. Только ей же что-то взамен предложить надо. Она-то не я, у нее ж нет служебной квартиры. Увольнение подписывать не надо. Надо что-то ей предложить. Предлагай. А потом я обнаружила таблетки, которыми пыталась отравиться после аварии, когда мне сказали, что я больше не смогу ходить.
Они просто лежали на расстоянии вытянутой руки, можно было дотянуться. Странно, да? Врач сказал убрать их подальше. И давать только если маленькими дозами, если будет нарушение сна. Я спросила у мужа, откуда они здесь? А он, чтобы ты сдохла, сука, поскорее. И такие глаза. Он стоял на подоконнике, вешал шторы новые. А дальше я вообще не поняла, что произошло. Я просто не понимаю, что там дальше произошло. Звон стекла, скорая помощь, полиция. И только когда меня сажали в полицейскую машину, вдруг поняла, что стою на ногах. Страх. В глазах у этого урода сегодня то же самое увидела. Это же не первый случай. Я справки навела. Ты не можешь об этом не знать. Да нет ничего страшнее, когда слабый получает власть над беззащитным. Да разница в том, что ты можешь этого не замечать, а я нет. Разница в том, что ты можешь это не замечать, а я нет. Максимум, что он получит, года два. И то, скорее всего, условно. А у тебя завтра комиссия по УДО, и считай, через две недели может быть на свободе. Гарантии. А тебе какая выгода? Увольнение мне надо подписать. Едешь? Ну, еду. Выглядишь отлично. Опять хозяйственным мылом пол мыли. Сколько раз просил, сколько раз можно просить. Михаил Иванович. Алевтина Петровна, отведите заключенную. Есть. Почему я тебя вижу? Стоять! Алевтина Петровна, подойди. Знакомьтесь, Сысоева, сам Игорица, главный начальник. Здрасте. Машине заметила такая яркая женщина. И думаю, видела же где-то совсем недавно. Лена. Алевтина. Сейчас она старший инспектор. Было время, когда я пеленки менял. Мы с ее отцом. Вечером с дочерью как раз смотрели. Алевтина, как же так? Такой талант взрывать землю. Не годится. Михаил Иванович меня успокоил. Едете? Да, да. Да. Ну и хорошо. Это очень хорошо. Хоть чем-то будет вашему учреждению гордиться. А то так расстройства одни только. Слава богу, разобрались. Еще одно совпадение у нас. Дочери нашего одного репетитора занимаются. Мы тоже поступать собрались. Ну, я, правда, своей буду другого искать. Что-то как-то полтора года ходит, занимается, а толку. А вы как, довольны своей? Ну, а вы своим наверняка дома самостоятельно занимаетесь, да? Да нет, просто... Ну, у нас больной вопрос, понимаю. Ничего, я сама с ним поговорю вечером. Я надеюсь, она будет на концерте-то. На каком концерте? Алексей, я хотел... Давай не будем задерживать Елену Сану. Ей давно пора отобедать. Давайте я вас провожу, Елена Сану, а вы в кабинете меня подождите. Я знаю, куда мне идти. Вы беседуете? Да. До вечера? Надеюсь. Давай. Алевтина, ну две песни. Чего ты? Будет у тебя это, как говорится, перед этим, перед выступлением бывает. Ну, это... Генеральный прогон на зрителя. О, генеральный прогон. Да он уже готов. Красавица. И будем в расчете. Все. Уважаемые, тише. Тише. Тишина! А исполняет старший прапорщик. Алевтина, а тебя по отчеству объявлять? Рамош, ты чего? Ай, ничего.
Слушай, тебе обязательно здесь сидеть? Может, ты туда сядешь? Она и так волнуется, а? Чего ты меня все дергаешь? Хочешь, иди садись туда. Слушай, по молодежи ничего не могла найти. Слушай, ты сама сказала однотонную в пол, другого не было. Ну что, Иваныч, концерт-то будет? Где артисты? Пора бы начинать. Ну что, обратно ехать? Я как-то не рассчитывала. Вера Сергеевна, чего там у нас? Да-да, мы начинаем. Ну, делается. Начинаем? А зачем палка? Откуда это у тебя? Зачем ты ее взяла? А? Там валялась. Тебе что, жалко, что ли? Все, готово? А? Да. Ну, давай. Жги. Ария тоски. 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 Из одноименной оперы Джакомо Пуччини. За роялем сидит Мария Стар. А исполняет старший прапорщик Алевтина Петровна Романова. Слушаем внимательно. Открой. А это что тут делает? Тренировала ее педагог, принимает активное участие. Первая в списке на УДО. Время есть, давайте уточним один нюанс. Вот этот объект, где несчастный случай произошел. Ну, стройка, где заключенные работали. Мне его как обозвать-то для протокола? А что это? Ну, потом я уже не пела на сцене. Больше уж не пел для зрителей. Ну, так, сама по пьяни. Или когда одна. Тем более, значит, там было нужно. Что нужно? То, что я услышала от тебя. Эти видео, шоу. Ты это судьба, так ясно? Да кому это нужно-то? Моему мужу, Шурке, зайчикам этим. Кому нужно? Тебе нужно, дура. Ай. Тебе. Что они там строили-то? Новый корпус? И бассейн у них будет. Я котлован видела. Так, ну все. Пауза, говорится, затянулась. Ну что, делаем дело? Не знаю. Все ты знаешь. Я не понял. Вы что тут посиделки устроили?
Я долго ждать буду? Начальник, две минуты еще. Здесь я ставлю условия. И я даю шанс. Поняла? Ты свой просрала. Бейся, что пора. Тебя это тоже касается. Все, кино не будет. Прости. Извините, пожалуйста. Мы сейчас все решим. Вернитесь, пожалуйста, на свои места. Мы продолжим через минуту, но я прошу вас. Вернемся, извините, пожалуйста. Сейчас все решим. Пройдите, пожалуйста. Дамы и господа! Я прошу. Прошу прощения, наши технические неполадки закончены. Мы готовы продолжать. Просьба всем занять свои места. Присаживайтесь, пожалуйста. Удачи, еще раз удачи. А это ваш первый педагогический опыт? Да. Вот, надо продолжать. У вас явный талант. Михаил Иванович, ну-ка, проводи меня. Вера Сергеевна, пойдем оформишь все для нашей звезды. У нее самолет скоро. Чудесно. Молодцы, девки. Все в силе. Ой, Вер, ты что, не реви? Ну, удачи тебе. Ну, ты что? Ты не забывай меня, ладно? Ну, перестань реветь. Спасибо тебе. Нормально все. Сейчас пойду. Понимаешь, назад дороги нет, так что ты давай там, жги. Запоминаю. 8-904-9. Пап, слушай, ты... Это не обижайся. Но не буду я туда поступать. Ну, это уже как на волю выйду. Здесь-то с этим делом сложно. Ну, почему? Я думаю, у тебя и здесь проблем нет. Стар, 78. Не понимаю, о чем. Не понимаешь? Ладно, давай. Давай. Тишина! Тишина, я говорю! Бегом, 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 бегом! Спасибо, что подвез. Слушай, в общем, чего у тебя? Ань, ты поняла все. Мам, ты супер. Спокойной ночи. Спокойной. В общем, я ни за что извиняться не буду. Потому что я считаю, что ты не прав. Ты меня обманула. Ты меня не предупредила, не все же за моей спиной. Ну как так это? В общем, хочу сказать. Это было круто. Песня это и вот это платье, плечо. Ладно, спасибо. Это я тоже хочу сказать. Я тебе только пока
обратно ты не приглашай. А когда? Ну, когда? Не знаю, когда. Когда-нибудь. Когда? Там жизнь покажет. Ладно. Пойду мне еще чемодан собирать. Я отвезу. Не надо. Не надо. Я такси заказала. Ладно, пошла. Позовите Олю Бузову и скажите, что вот она я здесь, я приехала. Я Билана знаю, и Киркорова. Позовите, пожалуйста. Женщина, очередь не задерживайте. Ну, я правда ее знаю. Покиньте помещение. Актер кино Константин Крюков. Владелец российского модного дома Инга Мэдлен Москва. На выход. Я не могу. Мне здесь приказано быть, ждать вызова на комиссию. Слышь, хромая, ты не беси меня! Ногами шевели! Погоди ты. Ты не слышишь, что ли? Человека приказ. Человек на волю собрался. Ждет. И дождалась. Я пришел дать вам волю! Давай, собирайся. Личный приказ начальника зоны. Быстрее! Мне в туалет надо. Пошла! Да отведи ты. Машину засытишь. Давайте сразу на саундчек. Мне нужен хороший жирный профайл. Наверняка побольше. Ну что такое, ты знаешь. Только без меня не начинается. Поняла. Да, Лариса Александровна? Вы подъехали? Я к вам спускаюсь. Ну и что?
Да я не хочу играть самого себя. Я не позволю юзать свое лицо. Привет, сейчас. Я не позволю юзать свое лицо. Мне 35 лет, я артист. И мне, черт возьми, есть что сказать этому миру. Пойдемте со мной. Дальше. Сейчас я. Отключите телефон. Конечно. Это чудо вам, что ли? Ой, такой тоненький. Слышь, Хромаев, у тебя что там, понос? Справедливость лишь кино, не ищи ее ты в жизни. Люди лезут на показ, соревнуясь в дешевизне. Крутит, мутит бесконечно карусель. Ведь не важно ты какой, важно лишь какая цель. Снова мчится завтрак, я всех этим жизнью занимаю пьедестал. Те, о ком не сложат песен перемены, со всех трибун кричат. Если ты вот так умен, отчего так не богат? Такая реальность, брат, такая реальность, не думай ни о чем. Такая реальность, брат, такая реальность, не думай ни о чем, просто живи. Так сразу и на первый тур. Я тебя даже на прослушивание не помню. Да, это такая длинная история, слушай. Да, короче, просто повезло и все. Держите. Ага, спасибо. Понятно. А. Удачи. Спасибо. Я работаю здесь не первый год, поверьте. Где ты училась, там я преподавал, да. Угу. Что вы будете петь? Я буду петь «Тоску». Давайте. Мама, чего они на меня смотрят? Так, правда, давайте в залу. Тем более сейчас шоу начнется. Когда ваш будут показывать, я вас позову. Может быть, чаю, кофе? Так. Мия! Извиняюсь, я не хочу вам мешать, но не могу вас оставить без присмотра. Инструкция у меня такая. Чё смотришь-то? Давай, шевели корявками своими. Мия-а-а, 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 мия-а-а. Что такое? Что такое? Что? Руку сними, я не знаю. Не трогай меня. Пойдем, иди. Спать. Делай.
Можно я возьму? Дочка пишет, волнуется за меня. Ой, а что, Кудри не будет? У вас завтра день как? Занят? Петр попросил вас оставить время с 14 до 15. Они с Ларисой Александровной хотели бы с вами пообедать. А я, мне козу... Извините, да? Поздравляю. А? С чем? Ну, для начала с проходом во второй тур. Не думаю, что они стали бы с вами встречаться при другом раскладе. Петр сказал вам вот это надеть. Вот это мне. Да. Шоу я попала абсолютно случайно. Просто решила попробовать свои силы. А, расскажи тогда немного о себе. Я родилась в Москве. С детства была в культуре искусства. Занималась вокалом и танцами. Ань, вы скажите, как сын? Да, прямо вверх по лестнице. Да, это очень интересно. Скажите, а кто вас поддерживает во время конкурса? Левтина, давай, Грица, без эмоций. Короче, она требует сюда комиссию по УДО. Но это нереально. Во-первых, сюда никто не придет, все уже на дачах уже. Во-вторых, об этом никто не должен знать. Ты понимаешь, да? Иначе такое, Грица, начнется, что сама понимаешь. Не верю ни одному твоему слову. Слышишь, я не верю. Да подожди. Она по-любому сейчас делает себе только хуже. Она никого не слушает. Повлияй на нее. Поговори с ней, может, тебя послушает. Да как я тебе на нее повлияю? Придурок, я в Москве! Да я сейчас трубку на громкую поставлю. Женщина, потише. Простите. Главное, чтобы она людей выпустила. Сейчас. Подожди секунду. Захикни ты, Иваныч. Иваныч, потом поговорим. Хорош херней заниматься. Давай вызывать спецов, да и все. Вот идет, кажется. С тобой тут поговорить хотят. Можно? Привет. Короче, я не знаю, сейчас что тебе сказать. Просто успокойся, возьми в себя в руки. Ты слышишь меня сейчас? Алло? Алло? О, какие люди! А мы тут вас смотреть собрались. Я даже звонила, но, может, номером ошиблась. А может, человеком ошиблась, а? Сейчас. Послушай. Уже. Теперь ты меня послушай. Послушала? Начальник УДО вызывает, пока тут все еще живы. Даю 40 минут. Собирай. Дверь закрой. Все, Иваныч, переговорщик ты хренов. Я вызываю. Пошел давай. Пошел! Вот она сидит, Эля. Вы с ума сошли? Вы следующий, у нас прямой эфир. Рассказать, что дальше будет? Мой брат вызовет группу захвата. Вы им спокойно сдадитесь. Потому что не будете живы по ним стрелять. Срок себе наматывать. Кстати, какая у вас статья? 107-е убийство. Да что же, Левтина, после всего, что рассказала Ольга, после этих кадров, мне кажется, вашу историю можно смело назвать историей Золушки. Вы сами чувствуете, что происходит нечто особенное. Ожидали ли вы такого поворота, такого сюрприза, который преподнесла вам жизнь?
Такого не ожидала. Такого нет. Волнуется. Налюсь, пивка сделай. Да сейчас сделаю. У меня был педагог. Вернее, она есть. Есть. И она наверняка сейчас смотрит на вас с гордостью. Она... Ну, во всяком случае, она совершенно точно желает вам удачи, как и все мы. Романова Алексина, участник под номером 5. Номер для СМС-голосования 1628. В каждом из нас есть искра. Но только в одном зажжется огонь. Пожалуй, лучшее музыкальное шоу страны. Зажги! Слышь, ты чё, урод? Ты не понял, что ли, кто здесь главный? Каждый из вас есть искра. Но только в одном зажжется огонь. Пожалуй, лучшее музыкальное шоу страны. Зажги. Вставай и пробуй. Я не буду петь. Правда, не могу. Так, опять 25. Просто мне сейчас перед выходом позвонил человек и сказал, что у одного очень хорошего человека случилась беда, и она считает, что я ее подставила. Сейчас пыталась с ней поговорить, она отказалась. Я уже понимаю, что никуда не прохожу я, и... Ничего мне уже не получится, но раз уж у меня есть эти 5 минут, ну сколько уже, 4. Дура, 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 ты что творишь? Поговорить надо. Поэтому, ладно, что я тяну сейчас просто время. Короче, куда сейчас говорить? Куда надо говорить? Куда, в какую сторону говорить, чтобы понять? Куда говорить здесь надо, чтобы... Услышали, куда надо говорить? Реклама. Первое. Крупно, крупно глаза. Ты слышишь меня? Скажи ей. Погоди, у тебя сейчас такие рейтинги пойдут. Прямо. Послушай меня. Просто послушай сейчас. Я знаю твое состояние. Ты сейчас... Тебя кинули, тебя подставили. Но сейчас еще ничего не произошло. Ты еще ничего не сделала, слышишь? Ничего еще не произошло. Все еще можно изменить. Я знаю. Я знаю. Что ты знаешь? Что ты знаешь? Что ты вообще можешь знать? Ты понимаешь, что если ты сейчас вот позволишь этим уродам, этим говнюкам малолетним, позволишь им победить, если ты сейчас что-нибудь сделаешь, что-нибудь затворишь, то они...
они победят! Командир, погоди, штурвал. Она с ней разговаривает. Она к ней с телевизором уговаривает. Иваныч. Там же прямой эфир. Хотелось бы, конечно, контролировать процесс. Вот только где? Восьмерка жюри. Сейчас просто перед выходом. Звонил начальник зоны, якобы сказал, что осужденная находится якобы не в зоне, где она обязана отбывать свой срок, а где-то в частных владениях, хрен знает в каких. И якобы привезли ее туда, чтобы она трудилась на якобы каких-то частных заказчиков. И все мне это кажется какой-то херней, по-моему. Мне кажется, это просто первоапрельская шутка. Херовая! Херовая первоапрельская шутка! И я не верю ни одному слову! Очень хорошо. Я прекрасно знаю своего начальника, Михаила Ивановича Храброго. Мне посчастливилось познакомиться с Еленой Александровной Сосуевой. Она возглавляет комиссию по чрезвычайным происшествиям нашего края. Добрые, отзывчивые, внимательные, справедливые люди. И они никогда не позволят нарушить закон, который сами представляют. Дождись меня, я сейчас приеду и все разрулю. Смотри на меня. Я приезжаю, мы разрулим с тобой все. Поняла? Я возвращаюсь. Иваныч, ты меня знаешь. Если хоть волосы о голову упадет, я тебе клянусь. И ты, и вся твоя губкомпания сядете. Я тебе клянусь. Чайку? Ошиблись вы во мне. Ошиблись. Нет во мне этого огня никакого. Ничего во мне нету. Просто видим не мое. Короче, ладно. Я спела. Серег, а что она? А где песня-то? Первый там движуха пошла какая-то. Принял. Вам тут звонили несколько раз. Да, Иваныч, говори, я слушаю. Пока ты жив, вставай и пробуй. Погоды летной ты не жди. Свою мечту рукой потрогай. С
вставай и просто смело жги. И в этот миг мы не одни. Еще остался в сердце порох. Нам каждый камень на пути невероятно станет дорог. Пока ты жив, вставай и пробуй. Погоды ледной ты не жди. Свою мечту рукой потрогай. Давай и пробуй. Погоды лётной ты не жди. Свою мать.